Эй. А, то есть так можно, да, значит? То есть, значит, вот так можно. А, вот так, значит, можно, да? А я не знал. Окей, я не знал, что так можно забиндить. Вау, я реально не знал. Даже не подумал о таком. Окей. Я думал, чтобы так сделать, нужно именно нажимать на F. Окей, давайте тогда забиндим. На однерочку, потом на двоечку мы забиндим пистолет, на троечку у нас будет милишка. Давайте на четверочку у нас будет лазерный мушкет. Но если миниган не понадобится, я уж его возьму. Прям так тогда возьму из инвентаря. Но больше мне ничего здесь не понадобится, я думаю. Ой. Сам? Да, окей, я не знал, что так можно, если честно. Оказывается, если так можно, то это еще шедевральнее становится игра. Здесь заряды не пропадают же, да? Да, не пропадают. Родолень. Кстати, здесь вот есть самка родоленя, а вот именно не самку я не встречал. То есть я забыл, как это по биологии называется. О, это что такое? Надо будет потом прийти сюда, прокачать хакерство замков. А я решил сейчас пойти по заданиям минитменов пока что. Они самые пока что простые, если что у меня есть, это... Ой. Ой. Сразу говорю, на этот раз я не попутал сложность. Сложность на этот раз у меня правильная. Но они... А вот они какие-то жесткие. А, нет. Так это не работает. Я сам в самку родоленя попал. Я ее спугнул. Да, я в нее попал, у нее хп стало меньше. А-а-а. Куда в нее попал-то, так что у нее настолько меньше стало-то. Я не думаю, что я настолько мало сношу. Окей. Реально, слушайте, я реально не знал, что так можно нажимать. Я думаю, у нас стимуляторы закончились, да? Пока с милишкой походить. О, нифига себе, укусил! На, сейчас получаем, на еще, ой, вторую руку отбили, неплохо так, она прям развалилась, вау, я здесь был, но я подвал, кстати, не замечал, здесь есть проход, давайте сразу по стелсу будем проходить, попробуем, без собаки, может, чтобы у нас было больше шансов, тут, мне кажется, здесь кто-то есть. Молодец. Стой здесь. Да. Стой здесь. Парень. Радекс. Окей, Радекс неплохо. Завтрак. О, очищенная вода. Это очень хорошо. Попробуем по стелсу пройти. С милатаками. What the fuck я сделал сейчас? Чё я случайно? Я хотел контр... Ой. Капслук отжать. Я с такими не общаюсь. Я с такими не дружу. Симулятор еще есть, это хорошо. Я с такими... What the fuck? Почему они как-то левее летят? Прицел у меня вот так, а они немного левее летят. Вот что это такое? Я так не хочу. Не хочется жить. А, хорошо, что у меня здесь началось.
Оставайся здесь. Не скули. Эй! Здесь оставайся. Не надо найти. Я почему мне не могу понять, почему граната летит именно реально левее как-то. Что-то не так. Мне это подозрительно не нравится. Мне еще не нравится, что здесь прям все как-то шуршит. Окей, значит придется мне сделать вот так. Вот это. А сейчас он правее полетел, да? Вот. Вот она то левее летит, тут правее летит. И не понять. О, синты. Синты няшки. Не знаю, почему все говорят, что синты плохие. Мне синты нравятся. Ты будешь стоять? Все, он останется. Хорошо, не хочу, чтобы он шел за мной. Все уж что, я ему прикажу напасть на этого петуха. Жесткого. Я не могу понять, как что с этими, блин. Я хочу просто убить этого парня. Попал. 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 И еще раз. Попал. Та-да-да-дан, та-дан. По стелсу. Не обнаружен. О, я понял. Да-да-да-да-да, я понял. У нас есть что-то от радиации? Радиация. А, Радекс, я точно же подобрал Радекс. И зачем я сюда заходил вообще? И зачем? Крышка мина. О! Это же руководство! Офигенно! Отмечен Diamond City, вы понимаете? Отмечен! Я теперь могу туда телепортироваться просто. Офигеть. Так, мейт. Сходство 1. Значит, это не буква Е. Это либо... Это не буква М. Это либо А, либо Т на втором месте. Я что-то... Мы... Нет, не мы. А что тогда там должно было быть? Так, давайте выйдем пока отсюда. Чтобы радиация все равно не напитываться. Боже, он там до сих пор горит. Все, пошлите обратно. Это просто называется 10 секунд. Вэри. Значит, вообще никак, да? Скин. Скин. Либо И, либо Н. Я склоняюсь к букве Н. И я был неправ. Боже, какой сложный терминал. Либо я очень тупый, либо терминал очень сложный. Блин, такие звуки реально, как будто сейчас на все это обрушится просто. Пипец как. Я думаю, сейчас без бумажки, видимо, не пройду, да? А, блин. Видимо, мне реально нужна бумажка. Специально для того, чтобы разминировать. Окей. Разминировать, блин. Let's это значит. На первом нету E, L, на втором нету E, на третьем нету T, на четвертом нету S. Думаем дальше. Гольф. 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 Все по знакам вопроса. Ищем похожие. Роуз. Роуз уже два. Значит... Буква О правильная. Ищем, где будет
Баун. В смысле нет? Мор! Я был так близок. Блин, вот как это вообще? Но я был близок зато, ладно. А, смотри. Эти штуки слетели. Там были кругляшки-то. Теперь их там нет. Гиф. Сходств нет. Пишем. Гиф. Если первый неправильный, то очень хорошо. Weak. Если второй неправильный, это уже плохо. Окей, значит на первом должно быть ни G, ни W. На втором не должно быть ни I, ни I. На третьем ни V, ни A. На четвертом ни I, ни K. Sold. Есть одно. Я сейчас испугался, если честно. Все по знакам вопроса. И я думаю, что это kind. Это был roll. Наверное. А, какой же подный терминал. Я не могу с ним совладать. Но я должен это сделать. Out of order. Парень там уже сгорел. Дин. Дин, нет. Конечно же, Дин не будет. Чего ему в этой игре это делать? Он вон там в этих... В сверхъестественном. Так, не даун, не бест, Паул. Нет, конечно же, не Паул. Чё Паулу-то сделать здесь? Конечно же, тоже здесь ему нефиг делать. Не хелп. Нет, хелп может быть. Нет, хелп не может быть. Блю может... Нет, блю не может быть. Гир не может быть. Бэк. Бэк. Бэк есть сходство, бэк есть сходство, бэк есть сходство. Бэк есть сходство. Какое? Без понятия. Есть бин. Есть флэг. Есть флаг, да. Есть. Что еще бэк? Что еще может быть бэком? Еще форк может быть. Давайте from bin. Да твою мать! Да что такое-то? Я же даже уже начал думать! А вы мне не даете понять, что с паролем? Что с паролем? Если бы пароль не менялся постоянно, это было бы куда легче. Тогда было интересно, не было бы. А так мне интересно его взломать. Сидеть под этой радиацией. Хард. Если я сейчас не подберу, а в следующий раз будет по рандому, случайно получится, то это будет пипец. Хард х, значит хоп подкидываем, сразу же откидываем еще, откидываем майнд, откидываем фуд, два раза боун мне показалось, есть хоп, есть боун. Откидываем еще, значит, мы... Ну все, мы больше ничего не откидываем. Давайте from Bill. Bill, конечно же. Нет. Откидываем все слова просто на B. Значит, это не будет ни бой, ни боун, ни бэкс. Лос. Лос есть одно сходство. А почему... А, там же еще радио играет. Лос. Какой-то из них. Так, это может быть коуд, это может быть... Бой не может быть. Коуд. А...
Смотрите, то есть он хотел бороться с зомбирующей системой информации и сам стал типа зомби. Вот какая вот получается интересность. Ладно, я это возьму. Он мини-бомбу хотел сделать, это офигеть. Он ее почти сделал. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Что такое? А, вот, я думаю, что там так сверкает? Электрик. Следуйте. Следуй за мной, пупсик. Просто бомбит. Еле-еле убили этого парня просто. Причем, кстати, у него имя есть. У него есть имя, мне это очень нравится. Вот было бы у всех гулей имя, у всех бы жителей, поселенцев, у всех было бы имя, игра была бы офигенной. Потому что, ну, кстати, вот все равно это как бы оказуаливает немного игру. Значит, скажу почему. Дело в том, что когда вот, ну, ты уже просто... Блин, по привычке. Когда ты уже просто играешь в игру... Ты ждешь, ну, вот видишь, когда что-то, вот этот спарринг с Тимни, ты думаешь, по-любому с ним будет какое-то задание. Это рейдер? Рейдер, тварь. На, по щам. Можешь хотя раз в жизни умереть, пожалуйста. Как ты так стреляешь-то, алло? О, алло, о, это что за, это что, вот это что сейчас было? Он прям через, прям на 50 метров кинул, вот это олимпийский призер просто по метанию. Вообще жесткий парень. Так, пожалуйста, только не говорите, что мне, что сейчас будет оттуда. Спасибо. Я уже думал, сейчас реально будет отсюда, прям, от... ну, именно снизу начинаться. А это думал сюда. Зачем эти цифры там нужны, кстати, на этом быстром выборе? Это, кажется, вон оно, что зачем? Я понял. И вот он начал по кому-то стрелять. Убил Рада Леня, по-любому. Веселый теперь. Избиционист позорный. Да уходи отсюда, Рада Лень, ты мне мешаешь, понял. Отсюда будем вести стрельбу. Вот здесь в кустах. Он как раз будет уходить. Ой! Как хорошо! Такая хорошая позиция, такие хорошие невидимые стены. На... О! Он уже не рейдер, тварь. Сюда иди. Только не надо кидать олимпийские броски просто. Олимпийские броски кидать не надо. Так, где-то еще один. Ну, раз так хочешь, лови. Че, его не ранил, что ли, даже? За такие просто выживания надо умирать. Сюда иди, выходи, вылезай. О, это что снизу-то вылез, алло. Чувствую себя в игре, это, мол, как он там назывался-то? Где надо кротов было мочить молотком. Я так и знал, что он сейчас там вылезет, просто что. Сейчас сверху. На, живучая курва. Что ж ты без рейдера твари на этот раз? Я хочу штурмовой противогаз себе. Где он? Мне пофиг на радиацию. Я хочу штурмовой противогаз. Видите, как он крутой? Я вот поэтому его хочу. Мне он всегда нравился.
А где? Второй-то. Вот он. Ну, вторая. Точнее, да? Вторая? Да, вторая. Серебряные часы у нее. От Скриликс. Ой. Скриликс. Часы от Скриликс. От это Роликс. Вот. Часы от Скриликс. Есть вот это очень много таких маленьких единичных домов, в которых дофига... Либо... Спасибо, стрелки. Я вас очень сильно люблю, конечно. Но вот ваши турели... Они вот мне не нужны. Вот, знаете, вы меня сейчас убьете с одного выстрела. Я это знаю. Вы мне... Ой, спасибо. Ваши пулеметы... Ваше убийство. Ой, ой. Летит. Ты кто? Ты торговец? Тю-тю-тю, банана бас. Тю-тю. Так, пытаемся спрятаться. Там про радиацию поет. Своевременная песня. Особенно сейчас радиационная буря, что ли, начинается. То желтоватенько как-то стало. Фух. Она потеряли. Я буду сейчас начать реально радиационная буря. И тогда у меня очень сильно бомбанет. И она начинается, да. Спасибо. Спасибо. Радикс у меня уже закончился, вы вовремя. Вы молодцы, я вас очень сильно уважаю, спасибо. Ой, спасибо. Просто двойное спасибо. За такие вот плюхи. За радиационную бурю. За дворняк. Вот спасибо за все просто, игра. Вот, вот, блин. У них еще, наверное, ничего нет интересного, да? И так же. Да, собачатин. Ой. Как радиация. Какая хорошая радиация. Мне так она нравится. Вот такой-то караванчик нарисован. Но я думаю, мне туда зря идти, потому что я там умру, видать. Я слышал, кажется, рад Скорпиона, что ли. Там, кажется, пусто. Если там пусто, то это очень хорошо. Но я там все равно традиционные бури не укроюсь. Меня уже ничто не спасет. Нет. Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Меня ничто не спасет уже. Но вот эта штука... Яо, Гай, спасибо, что ты... Спасибо, что ты есть. Я ухожу, да, Яо, Гай. Ты можешь здесь... Буянить, убивать, ломать людей, ломать меня. Я ухожу. Нет, нет, мне я угай, ты мне не нужен вообще. Ты можешь жить спокойно. Жить с жизнью своей полной. Не было бы крышкамин, было бы куда веселее. Ага, я понял. Я понял. Это называется... Давайте мне еще кротокрысов напоследок. Чё ж не диких гулей-то сразу? Алло. Ой, точно же, точно же. Как же я люблю вот эту комнату. Точно, я забыл совсем. Она же моя любимая. Ну что вы, дети Атома? Это же дети Атома должны быть здесь. Разве нет? Они же здесь должны быть. Психобафа... Ой... Как весело! Ой! Как весело-то! Коричневый улетный шлем. Нет, обратно. Где он? А, я тут его выкинул. А я могу, кстати, его на собаку одеть? Пес! Что, пес? Обмен. Так. Я просто хочу проверить, друг. Нет, наивный, конечно. Дети Атома же, да? Ну, дети Атома. О, здравствуйте! Здравствуйте! Я ваш убийца просто. О, закончилась буря-то. Фух. Ну и хорошо. Вот, ну и хорошо.
хоть что-то хорошее происходит в этой игре для моего персонажа. Так-то игра хорошая. От хорошего для моего персонажа мало. Патронов мало. Врагов много. Радиационные бури. Военная частота. Да-да-да, кстати. Надо примкнуть. Я прохождение буду делать за братьев Стали. То есть сразу я это говорю. Не за институт. За братьев Стали. Да. Я сначала помогу тем ребятам с там этим мини... Да, кстати, да. Грей Гарден, или как он там назывался? Он где-то здесь был, да? Где-то здесь должен быть. Доктор Уайт! Доктор Уайт! Где же? Алло. Доктор Уайт! Доктор Уайт! Ну, вы это, не спрашивайте, почему я зову доктора Уайта. Просто дело в том, что на той ферме работает как раз-таки робот под названием Уайт. И которого назвали в честь доктора Уайта. Уолтера Уайта. Уолтер Уайт, ты где? Я боюсь просто идти в этот полицейский участок, но он ближе, да? Он же ближе. Нет, он дальше. А ждя, где полицейский участок? Но он ближе, да, он вот здесь вот уже. Это же он. Да, это он. Оо, это вот. Что это там происходит? Что за взрыв это? Такого не было, когда я первый раз проходил. Что у нас по взрывам? Это, наверное, супермутанты, да? Я вижу гулей. Которые встанут за пулеметы и будут меня расстреливать, да? Ага, я понял. Я кажется, понял, почему он взорвался. Возможно, это была мина. Вот у меня такая догадка, что это, возможно, была мина. Которую я не заметил, потому что он лежал в этой мине. Ага. Надеюсь, я хотя бы смогу вернуться туда. Надеюсь, хотя бы рядом там было сохранение, может быть. Фуф, спасибо. Огневая поддержка. Да, это значит, я еще не искал доктора Уайта, да? Понял, да. Разрывки это опять. Я слышал дутни. Кембридж Полис Стейшн. Сегодня будет кто-то взрываться? На входе. Ну там я уже их обошел, да, получается. Значит, никто не будет взрываться сегодня. Ну, это уже братья Стали стреляют. Запрашивают поддержку. А я, блин, выйду с ближним боем просто. А, у меня есть на этом пистолете. Но мне жалко его тратить, понимаете? Он мощный. Я понимаю это. Я не гражданский, я ваш спаситель. Да, я умнее тебя. Ну, если ты меня, конечно, спрашивал. Потому что я уже второй раз эту игру прохожу. Так что я умнее тебя. Я, блин, первый раз проходил в интеллект. У меня интеллект был на максимуме. С самого рождения был интеллект на максимуме. Понимаешь? Я родился, у меня был интеллект 3000. Я понял, да. А что такое? О, я понял. Я сделал так. На. Братья, живите. В прошлый раз у вас только один был раненый. Что меня привело? Меня привело радиостанция.
way you charged in and engaged those ferals, I find that a bit difficult to believe. Are you from a local settlement? Сложно поверить в то, что я пытаюсь выжить. I'm from Vault 111. You're a vault dweller? Most people wouldn't admit to such a thing. I appreciate your honesty. If I had said that, it's because our mission here has been difficult. Since the moment we arrived in the Commonwealth, we've been constantly under fire. If you want to continue pitching in, we could use an extra gun on our side. I'll continue to help, but you owe me an explanation first. Very well. I'm Paladin Dance, Brotherhood of Steel. Over there is Scribe Halen and Knight Reese. We're on recon duty, but I'm down a man and our supplies are running low. Yeah. I've been trying to send a distress call to my superiors, but the signal's too weak to reach them. Sir, if I may. Proceed. I've modified the radio tower on the roof of the police station, but I'm afraid it just isn't enough. What we need is something that will boost the signal. The target is Arctic systems, and it contains the technology we need. Мне прикольная расцветка брони, мне нравится. Красная полоса на черном. Где красная полоса на черном? You willing to lend the Brotherhood of Steel a hand? Yep. No time to waste. Let's get moving. Outstanding. Видите, сколько это обожаю терминал. Видите, сколько это ты списал? Помню. Блин, не то нажал. Когда пытался подобрать, собственно, пароль, я так долго потел. У меня вот листочек вот такой, А4, то есть я бы его весь списал просто. Сколько я долго это пытал, потел. Вот ни разу не повезло. Что такое? Куда? Куда Галинг? Где поддержка выполнена? Мне бы еще очень хорошо бы, понимаете, уровень. Мне до него 5 XP, наверное, там осталось. Но, видимо, меня никто не поймет и не даст мне 5 XP. Просто так, по крайней мере, не даст. О, это сейчас это задание, да? Dance. Not yet. Идите в задницу пока что. Я не буду задание выполнять. Я пришел сюда получить мне, блин, какой уровень? Уровень, короче, пришел получить, а вы мне даже не дали его. Эти... Я не буду выполнять это задание с вами пока что. Я, конечно, понимаю, там спаситель это пистолет с глушителем 1911, а этот верховный, как там, назидатель, я не помню, как называется. Чё ты нашёл, брат? А, патроны, да, нашел. Ну, ты всегда здесь находишь, я знаю, ты летающий дурёха. Точнее, их не только здесь, да, их не только здесь есть, они там ещё снизу есть, валяются. Как все плохо. Форма братства даже не лучше моей. О, как все плохо. Броню тоже можно в избранное добавлять. Как все жестко. Опа. Ну. Опа. Опа. Ну блин, что он не играет, Таля? Опа! Опа! На этом я закончу. Да, я хочу посмотреть. Быстрое сохранение. Перед тем, чтобы это сделать. Я хочу посмотреть, что вот это за здание какое-то нарисовано. Это что ли здание? Подождите-ка. Это здание? Нет, не это, фух. Я ж испугался. Я думал, это здание, в котором будет... Окей, я сейчас так проспойлерю случайно. Нет, я не буду говорить, кто. Ту-ту-ту-ту! Мне, блин, это здание дало больше просто опыта, чем вот эти, блин. Просто... А я что в прошлый раз качал? Что я качал? Надо будет посмотреть свое видео, но а так ну, я покачаю, давайте лучше уж. Догадочного незнакомца. Ти-ди-ди-дин. Ти-ди-ди-дин. Ти-ди-ди-дин.
Блин. Что это за здание? Какой-то мэрия, что ли? Что мне не нравится это место? Почтовое отделение 115. Давайте зайдем в него, посмотрим. Если не получится, уйдем. Ясно дело. Или умрем. Сохранение. Не вернемся туда. И закончим на этом. Надеюсь, мы сможем пройти эту локацию. Здесь супермутанты, да? Я понял, да, здесь супермутанты. И это офигенно. Я очень хотел напороться на супермутанта. Ну где супермутанты, алло? Покажитесь. Ой, еще у нас... К вам нужно еще, значит, через шпильки мои идти, да? Их так 7. Ну где вы? Вон они, да, вон они мои красивые. Ну один, по крайней мере. Меня видел. Боже, как он громко ходит. Пёс, не шуми! Пытаюсь идти по стелсу. А, подожди, ты чё, мирный? Подожди, чё, ты чё? Нет, он не мирный! Он нифига не мирный! Алло, ты куда? Алло! Чё за мины? What the fuck? Их чё так много там? Я зашёл, а там мины... Не, давайте я ещё раз зайду, мне там понравилось. Ага, у меня даже сразу отсюда сохранили. Ну ладно. Ладно, я помню, где там надо взламывать. Какой... Что? Я... Полсекунды там подержал, она уже сломалась. Я не успел даже среагировать. Так, маленький ты мой пупсичек. Я тебе сейчас прострелю голову. На, вот так вот. Ты ничего не почувствуешь. А-а-а, вот зачем ты туда бегал, да? Вот оно зачем. На, промах, и я почти мертвый. Ура! Я умер. Весело. Я боже на рейдера похож. Он там по-русски говорил? Или мне показалось? Давайте выйдем отсюда. Если не нравится. Потом, если что, здесь зачистим. Надеюсь. На уровнях повыше. Мне этот мертвый глаз вообще не нравится. Он своими, блин... знакомый пистолет. Очень знакомый пистолет. Но я не буду спойлерить, чей он. Да хотя, наверное, вначале вы могли увидеть, чей. Да, это именно того чувака из начала, который убил мать. Ну, там он, собственно, зимой и стрелял же. Это очень мощный пистолет. Серьезно. Если его прокачать, он будет мощнее любого оружия. Ну, кроме Фэтбой. Но Фэтбой очень медленный. А вот этот пистолет, он довольно быстрый. Можно присесть хоть раз в жизни. Вот так вот. Пса не стреляй. Ах ты, кур, сейчас умрешь у меня за такое. Вас там не было, а вы пришли и начали стрелять по моему псу, значит. О-о-о, я понял. Это значит тимплей. Я уже ушел оттуда. Зачем меня убивать продолжать? Идите в задницу. Я побегу. Где? О-о-о, я понял. Меня обнаружили? Нет, меня не обнаружили. Пока, пес. Надеюсь, ты будешь умирать быстро и неумучительно. Это что, институт, что ли? Лол, я к институту пришел. Да, серьезно? Да, я реально к институту пришел. Какой же я кекнутый дебил.
Пришел случайно к институту. Да, это реально он? Нет, мне показалось. Видите, это что, это институт или нет? Я понять не могу. Это институт. Это институт. Я зачем я к институту пришел-то? Что мне здесь делать-то? Алло. Я знаю, что здесь институт, но... Нафига я сюда пришел? Надо потом зачистить. Но нафига я сюда пришел? Вот нафига. Шон! Нафига? Скажи мне, там много врагов. Попытаться убить? Нет, я так буду дураком. Давай следующий. Сохранись сразу же. Окей, 3 часа уже есть. 3:20, наверное, даже, да? 3:19, окей. На этом я закончу, ребят. Всем спасибо за то, что смотрели. Выбираем оружие, смотрим на игрока, на персонажа. Да, ну, пожалуйста. Так. Всем спасибо за то, что посмотрели это видео. Так, ну, отвлекся немного. На этом я реально закончу, ребят. Всем спасибо за то, что посмотрели мое видео. С вами был Ясер Делис. Всем удачи, ребят. Всем пока и... Удачи, ребят. Я в тавтологии пошла. Повторение. Всем пока. А перед тем, как вы закроете это видео и забудете о нем вообще, я бы хотел сказать то, что в моей группе проходит конкурс на 6 игр. Игры дешевые, я соглашусь, их можете купить вы, там, по скидкам за 6 рублей. Но в каждой из этих игр есть карточки. Вы можете эти карточки получить, если выиграете, конечно, игру. Получаете эти карточки, обмениваете на значок, что опыт. Либо обмениваете на деньги, что профит. То есть, любой из этих выборов уже лично ваш. И если вы выигрываете тоже, в участии тоже лично ваш выбор. Но советую вам поучаствовать. Сами игры довольно хорошие. 5 из них с хорошими оценками в Steam, то есть от сообщества. Возможно, только за карточки. Кто знает. Но на этом я закончу все. Буду вас не больше трогать. Так что, уходите там, спите. Других ютуберов смотрите. Всем пока.